Здравствуйте, мои дорогие и любимые телезрители. Сегодня я зашла в Пинку. Этот бутик находится в центре Флоренции. И покажу вам, что нам предлагает на этот сезон весна-лето Пинку. Вот такой вот красивый цвет. Его не назовешь зеленым и не назовешь его желтым. Это просто бомба. Цвет просто супер. И цена 325 евро минус 20% скидка. Так, 185 минус 20% скидка. Также есть вот такой бомбический цвет. Тоже пиджак, но это просто что-то. Сейчас я вам покажу его на мне, потому что это мой цвет. Смотрите. Как хочется мне его так одеть на себя, но времени просто нет, мои дорогие. Смотрите, какой пиджачок. Это прям волшебство, это мой цвет. Сейчас я вам скажу, какую цену этот костюм. Так, пиджачок стоит 295, минус 20% делаете. Брючки 165, минус 20% скидка. Вот такие топики. Это действительно очень красивый топик. Тяжелый, потому что кристаллы. €150 и минус 20% скидка. И вот такая вот красотка. Посмотрите, сколько блеска, сколько работы. Она тяжеленькая, потому что это кристалл, это не пластик. Очень красивая. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. 225 евро, минус 20% скидка. Красотка. Вот этот тоже безумно красивый костюм. Лавандового цвета, но это просто, ну я не знаю, это роскошь. И вот пуговки золотые. Металл. Так, пиджачок 325, минус 20% скидка. Сейчас я посмотрю, что это за материал. Так, 97% вискоза. Ну, брючки по 95 евро, минус 20% скидка. Да, вот это тоже очень красивый топик. Да? Я вам покажу, как он сделан. Видим? Вот такой материал. Вот серебро, да, серебряный. А наверху вот такая вот сеточка. Эта сеточка, она из материала, но на каждом ромбике, вы заметили, да, кристаллики. И это кристаллы. Кристаллы Аврора Бореалис, да, вот смотрите, да, как переливается. Это что-то, это красота. Сейчас я вам скажу, сколько стоит этот топик. 145 евро, минус 20% скидка. Это просто супер. Вот это платье черного цвета, пол, не совсем пол, сейчас, на себе так, ну, до щиколотки, мои дорогие. Я сейчас скажу, что это за материал, сначала я вам скажу цену, 265 евро, и минус делайте 20% скидку, значит состав вискозы 63% и полимида 32%. Мои солнышки, я так устаю, когда я делаю вот такие вот ролики. Ну, потому что, понимаете, я работаю курьером, да? Я монтирую свое видео сама. Что-то мне помогает мой муж. Помимо этого, у меня дома тоже столько дел. Я выбираю один день не для того, чтобы отдохнуть дома, да?
А чтобы сделать видеоролики, и представляете, вот эти видеоролики бесконечные, с утра до ночи, а это выматывает, понимаете? Просто, понимаете, вот, наверное, все пишут, то, что кризис, да, меня так вот больно сделал, да, я сейчас как скопанная, да, работаю. Кризис, да, меня хорошо так, то, что вот с моим магазином случилось, что-то у меня произошло такое, что я, наверное, от того, что боюсь чего-то внутри, да, удалась в работу, понимаете? Очень красивая футболка, посмотрите. Интересно, да, сделано? То есть эту цепь вы одеваете на шею, да? И вот через кольцо вот так оно проходит. Жемчуг я люблю, поэтому эти украшения просто да. Так, 195 евро минус 20% скидки. Ну, тут-то брючки вот такие вот интересные тоже. Такой вот принт. И вот такое вот платьишко. Платьишко с рукавами. Рукава немножко вот так вот фонариком сделаны. Внутри есть воланы. А, сзади вот так вот завязывается. Сейчас я вам скажу, сколько стоит это платье. 260 евро минус 20% скидка. Это вот платьишко. А брючки 220. Я вообще люблю работать. Я с детства работаю, мои дорогие. С детства. Ну вот с детства 15-16. 17 лет я уже стала и работать, и учиться. То есть вот такая вот я трудяжка, понимаете? Надо как-то выживать, мои дорогие. Что ж поделать? YouTube канал у меня молодой. Подписчиков у меня еще не так много, но Москва не сразу строилась, как говорится, да, такая пословица есть. Подлежащий камень тоже водичка сама не течет. Поэтому я стараюсь, конечно же. Может быть, мои телезрители это тоже замечают, видят, что я стараюсь. Продолжим мой показ. Это так, немножко мой отдых 5-секундный. Вот такое вот платье. Я просмотрела, чтобы показать вам. Оно, видите, горловина открытая, воланы. И внизу тоже воланы есть. Такой вот шикарный принт. Стоит 450 евро и минус 20% скидка. И это платье 100% без кожи. Вот такое платье. Интересно. Цена вот такая вот пряжечка. €225 и минус 20% скидка вы стоите по платье. И это платье 100% хлопок. Вот такое вот платье, нежно-желтый цвет. €330, минус 20% скидка.
такой вот топик, тоже шикарный. Это темный шоколад. Не знаю, как вам камера придает бордовый цвет, но он темный шоколадный. 150 евро минус 20%. Под кожу вот такая вот рубашка, курточка. Ну так смотрится платье желтое, которое я вам показала. Ну что ж, мои дорогие, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. И обзор я сделала в Пинку. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорой встречи. Пока-пока. Красивое платье.